привет подписчикам нашего канала. И все спрашивали, что за стол? Ну, мы сейчас покажем. Вначале как было? Была стройка, надо были киски и стол. Сначала кисочки такие были для труб специальные, зажимать трубы, а это слесарные, обыкновенные кисочки. Ну вот, стол. Стол сделали круглый. Убираем. Для того, чтобы его можно было перемещать с одного места на другое. Я бросил его, он крутится и катится. Но прошло время, стройка закончилась, киски как надо, не надо, пусть будут. А построили печку, но печка потом в следующем посмотрим. Ну, а дровишки надо? Надо дровишки. Чтобы дровишки надо? Надо что? Надо приспособуху какую-то сделать, чтобы пилить дровишки. И вот сделали приспособуху для дровишек. Вот, она вот, вот что из себя представляет. Тоже на то же самое место отверстие ставим, укрепляем его и пилим дровишки. Вот какая, что она из себя представляет. Две приваренные, два профиля, третий так и двигающийся язычок такой, чтобы прижимало. И что? Надо дровишки ставим вот сюда. Прижимаем, выжимаем, вот оно хорошо упирается, и можно спокойно одному пилить. Берем пилочку, и пилим. Ну, естественно, по технике безопасности очки одеваем, наушники, ну, в таком возрасте можно и наушники уже не одевать, чтобы слышно было, как работает пила, она тихо работает. Ну, удобно, хорошо, устойчиво, не надо держать. Распилим и печечку. Ну, на этом пока все. Пока-пока.